Теплое сухое надворье, таким обещают початок осени синоптики. На территории Могилевской области начинает пановать черговый антициклон, який принесе комфортное надворье. Холодновато раницей, у день сонечно и амаль без опадков. Стандартный початок осени панует в регионе несколько год запар, не выключение и 2016. По информации облгидромету, с 1 вересня и до конца тыдня на всей территории Могилевщины надворье будет вызначаться в областью повышенного атмосферного тиску. Тому дожди только короткочасовые и местами. Ветер заходний и полночно-заходний. У среднем до 10 метров за секунду. Температура по ветру от 18 до 25 со знаком плюс. Так что школьные линейки опадки не повинны сапсовать. День 1 вересня был теплым и у минулом годе. А вот абсолютный рекорд был зафиксован у 1992-м у Могилеве, коли 1 вересня дённая температура досягала амаль 30 градусов тепла.